ведь как бывает в жизни подчас, наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, и даже краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Яйцо Фаберже получается. Ой, все, все. Это
ты Пашин. Смотри, как вот муху, так он на дне там плавает, ты ее не увидишь. Паша, дедушка собрался с мухой пить. Вот. Ну, мужики! На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Рыбка правда вкусная. Вкусная, да, вот. Что, наверное, уже хватит, смотрю. Вот и. О, видишь, какой стройкой бежит. А раньше ездили зимой? Да. Раньше. Ну, раньше там ты на рыбалку-то ездил. Это когда тут жили? Когда жили. Просто. Я каждый восьмой, да. А там коротко, я брезе, это фанера у меня есть. Сюда продвинул меня труд. Вот Качкамай, тут же это Беломорканал. Есть... Я нашел там колеса, чугунные колеса вот эти, тачки, на которые делают тачки. Вот целую кучу этих колес. Я выбрал самое большое колесо, тачку, и потом возили там на их дрова и все, что хочешь. Потом. Беломорканал с этими тачками. Тогда экскаватором ничего не было. Рыли лопатами, вывозили. Все на костях построено. Вот эти заключенные бараки построили, 8 бараков было. А бараки вот стены и крыша. Ни рам, ни потолков, и окон ничего, ни печек, ни полов. Солдаты все растащили на свои блиндажи туда. И начали мы там обживаться, значит. Вот выделяли комнату нам, выделяли это бараки угловую там. Ни пола, ничего. Я там пошел, там говорили, что это конюшня. Я пошел, выломал там эти рамы, хоть рамы принес, папка их подогнал. А, так и так они и были, это, эти рамы. Потом стекла привезли, застеклили, стекольщик был. И Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покинул причал. А я не помню дальше. Сейчас. И Андрей закричал, я покинул причал, если ты мне откроешь секрет. Но спаситель ответил, спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат, повисите на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Thank you.
быканах, вой быканах, вышли хлай, вышли хлай, вышли хлай, лой быканах, лой быканах, лой быканах, вышли хлай, вышли хлай, вышли хлай, лой быканах, лой быканах. Лой быканах, вышли хлай, вышли хлай, вышли хлай, лой быканах. Thank you.
он гол петровской кауни солит найне. Чома онеган ярвен рандайне, а рахваскар ялас хювине лете. Эло айгас тухайнас кохинда, рахвас линна айету, туйнен туйзел кюзюте. Кунне аят, сина аят, мина аят, сина петроскуй, мина петроскуй. Kivet kannot kai matkalla murretti, agon massilat linnaa ajetta, muitto villaiset kerät kuruta, rahvassa linnaa ajettu, toinen toisel kysytä. Kun ne ajat, sinä ajat, minä ajat, sinä Petroskui, minä Petroskui. Посадка у нас начинается в 7:30. Утро. Посадка будет организованная. Пожалуйста. Вот я уже вижу, что люди немножко недовольны, да, начинают переездом ехать. Я вас очень прошу, будем садиться на теплоход.
внутри часовни, поклонные кресты, все обозначено. С другой стороны, крупным планом место, куда мы вас привезем, это причал, монастырь, поселок вокруг монастыря. Колокольчики ручной работы, при отливе добавлено серебро, чтоб долго-долго тянулась носка. На каждом изображен монастырь, подписано тоже благословение обители. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. И все припасы, которые находятся внизу. Второй пожар приходится уже на начало 16 века, тогда монастырь сгорает полностью, и было принято решение начать каменное строительство. На имя Елизаветы приходит жалоба из Архангельска, что узников здесь содержат в огромных земляных тюрьмах. Что из себя представляла земляная тюрьма? Это огромная яма, куда помещали узника, и она закрывалась бревенчатым настилом. Чтобы покормить узника, бревенчатый настил отодвигали, на веревочке сначала спускали свечку, а потом также на веревочке спускали продукты. Елизавета, конечно же, на это прореагировала и направляет сюда в 1743 году сенатскую комиссию. Когда сенатская комиссия сюда прибыла, ни одной земляной тюрьмы она не обнаружила. Скорее всего, таких на Соловках никогда и не было. Но зато она оставила подробный план, где располагались камеры. Одна камера располагалась у Корожной башни, две у Никольской. Самая теплая Салтыкова тюрьма располагалась под лестницей Келлерской палаты и отапливалась она от печи трапезного комплекса. Антонова тюрьма располагалась в Благовещенском келейном корпусе.
Волосы я сложил на Полинграде. Ничего он не сложил. Где он попал? Во Франции. После победы на поселении. Да, кстати. Но вы сами понимаете, политика у нас такова, что не нужны никакие, не нужна никакая переработка, нужно определенное сырье, да, нужен лес, и неизвестно, сколько, например, значит, сырья, да, леса можно вывести. То есть это, конечно, может быть, могут быть, естественно, деньги, соответственно, большие. А потомки живут? Потомки живут, да. Есть у нас люди, которые, которых, вот я говорю, что которые сгинули, а есть люди, которые даже знают своих, да, так сказать, прадедов. В принципе, они, так сказать, умерли своей смертью, да, то есть не сгинули, то есть проживали. То есть практически здесь население, так сказать, смешалось, да, и кто-то остался после строительства Беломорско-Балтийского, но, естественно, живых уже их нет. Если, не дай бог, что-то произойдет, да, то у нас просто город Беломорск нас смоет с лица земли. Поэтому вот этот сейчас является, как я уже говорила, стратегическим объектом, да, Беломорско-Балтийский канал. Но и в то же самое время его достаточно очень хорошо за ним, да, то есть достаточно хороший за ним уход. Так вот, если вернуться еще до строительства Беломорско-Балтийского канала, откуда же был известен вот этот путь, дело в том, что этот путь, который, значит, вот уже подстроил в 30-е годы Беломорско-Балтийский канал, этот путь был еще известен паломниками, которые шли на Соловецкий монастырь. В этих расстрелах, значит, она была, эта записка засекречена до определенного времени, и когда, значит, ее нашли, эту записку, да, было указано место, то есть он каялся о том, что вот он так, такое действие совершал, этот человек закончил очень плохо жизнь,
то есть он там спился и так далее. 24 июня 1938 года, это самые страшные ночи, когда были расстреляны одновременно 600 человек. То есть двое человек, которые исполняли вот этот приговор, да, посчитали, это практически 300 человек за пару ночей, да, истребили людей. И когда начали, вот открыли это место, да, в Сандармух, стали, значит, потихонечку раскапывать эти расстрельные ямы и просто ужаснулись. То есть те люди, которые были психологически практически подготовлены, они не могли выдержать вот того всего, что они увидели вот в этих расстрельных ямах. Сейчас там очень много крестов, видно вот эти обрамления вот этих расстрельных ям. Стоит часовенка, где можно, значит, прийти, полистать вот эту книгу, в которой есть имена. У нас там тоже родственник, который расстрелян. То есть, в принципе, люди даже не знают, где именно, в какой могиле, да, могут быть вот в этой расстрельной яме, но, несмотря на это, они приезжают. Ничего себе. Дедушка продал. Ага. Вот, вот они на моржа, на другу ходили. Обалдеть. Женщина? Женщина. Она одна была. Она одна. Командовала. Одержала мужиков. Сейчас же они ничего. Перед выборами начнут там во дворах собирать всех жильцов, беседовать. А люди-то, конечно, недовольны. Ну, вообще, получается, здесь государственных структур нет, только школы, детские сады, поликлиники. Ну, это железнодорожный узел, можно сказать, железная дорога, карьеры, да, есть вот у нас очищение. А так все в основном, то есть производства никакого нет. Да? Они приезжают на этот порог Шойрукша, и перед Линевским открывается вот эта порода гнейса гранита, на которой буквально большое количество высеченных наскальных изображений. Но на что указывает старовер Матросов, это вот такой вот черт. Впоследствии Александр Михайлович Линевский переименовал его в беса. 80 сантиметров. 80 сантиметров, как его называют, антропоморфного типа. Такой у него некий отросток на голове, предполагает, что это некое звериное ухо. Большой горб, вообще обозначение большого фалоса, большого горба и вот огромной ступни, при том, что ступня-то левая, предназначает вот именно вот изображению некое мифологическое. А вот этот знак, это как будто бы его жена, которая, значит, умерла. Вот это голова, вот это ее туловище, да, то есть ноги как будто бы, а вот это ее рука, при том, что рука правая. Вот это шлюз, собственно. Нет, шлюз вон. А. Привезли нас в Беломорск. Ну вот, и мы там остановились. Вот, работали. Мать рабочая на 15-м шлюзе работала. Я зиму 43-го, 14-15 штуц. На 14-м, как управление как бы было. Само управление на 19-м шлюзе на выходе в Белое море было. А здесь назывался технический участок. Тут, значит, в общем, как бы какая-то контора. Да. Поселок Сосновец. Угу. А это на том берегу реки Вык. Там висячий мост. Угу. Наверное, он не изменился. А может быть, может построили настоящий мост. Угу. Был висячий. Через реку Вык. Угу. И плотина. Рядом плотина. Плотина тоже неизменно осталась.
А через канал там такой был, ну, дощатный плавной мост. Мостик. Вот. Сейчас как там сделано? Что-нибудь, конечно, ну, модно сделано. Слов давай мы просто помолчим.